где как не в павильоне, где как не в Армении, где как не на большой площадке ВДНХ. Я очень ценю то, что меня выбрали. Очень горда тем, что у меня есть такая возможность для нашего не только армянского населения здесь, в Москве, представлять правильный вид, правильный образ армянских костюмов, армянских таразов, то, как выглядели наши предки в прошлом. И именно здесь, под куполом павильона Армении, выставка здесь будет постоянно. Я очень и очень горда, что мне дали такую возможность представлять свою работу именно здесь, в сердце Москвы. Барем Дзен, дорогие друзья! Я приветствую вас от имени ВДНХ и хочу сказать спасибо павильону Армении и его руководству. Я рада за вас. Вам повезло. Все, кто не знал, получил кусочек счастья. Все, кто знал, спасибо, что пришли. Здесь присутствуют коллеги из национальных павильонов, расположенных на ВДНХ. Вот у нас продолжается историческая миссия. Мы крепим дружбу народов. Это очень красивый праздник. Настроение павильона будет все более и более приближаться к самому настоящему посещению Армении. Идея организации на территории павильона выставки национальных таразов руководством была придумана еще зимой, но из-за продолжения восстановительных и реконструкционных работ внутри павильона это было решено сделать в начале осени. И вот в начале сентября благополучно эта экспозиция открылась. Сейчас здесь представлены костюмы сразу из нескольких областей Армении и Западной Армении. Это Арцах, это Сосун, это Эрзрум и это Муж. Каждые несколько месяцев экспозиция будет меняться. Мы совместно с Анной Мирзоян будем все время обновлять и освежать эту экспозицию и надеемся, то, что она полюбится нашим гостям и станет такой неотъемлемой частью в пропагандировании армянской культуры в павильоне Армения.